В Сызрани участились случаи, когда жители частных домов хотят узаконить, то есть поставить на кадастровый учет гараж на фундаменте, сарай или баню на своем участке. Для оформления имущества люди обращаются в Росреестр, а там обнаруживается, что постройка, к примеру, стоит слишком близко от границ земельного участка. Особого расстояния требуют градостроительные правила. В связи с этим хозяина отправляют на комиссию за получением разрешающего документа. Когда человека спрашивают, зачем вам это нужно, то зачастую отвечают так. Я, например, построил большую баню с комнатой отдыха, с террасой. Сейчас правообладателями являемся я и мой отец. Но если отец умрет, то в права наследства вступит, например, сестра. А я не хочу, говорит хозяин, делиться с другими родственниками тем, что построил только на свои деньги. Процедуру оформления имущества посчитали сложной. Получается, что права граждан ущемляются, заявил в городской думе заместитель руководителя комитета по строительству и архитектуре Олег Токарев. Старые нормы в 3 или 6 метров, в зависимости от надворной постройки, установлены в городских правилах в целях пожарной безопасности. Но в думе предложили утвердить минимальный отступ от границ участка всего 1 метр. Такое расстояние допускается общероссийскими санитарными нормами. Депутаты думского комитета одобрили, а на пленарном заседании утвердили изменения городских правил. Сызрань имеет большой частный сектор, поэтому идея важная. При этом государство ничего не теряет, а человеку больше не надо ходить на комиссию за лишней справкой. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, «Вести детально».